полковнику Могильникову. Как мы прочитали ваш приказ, то спешим доложить, что в нашем селе таковые люди имеются. У нас имеется Игнатий Гомозов, председатель совета. Главные его помощники. Нерон Колесов. В общем, Цыбанков Арсений, кузнец. Никифор Сычев. Сабельников Емельян. Немогутный Иван. Кондратий Безбородов. Ладно. Может и хватит. Пущай этих. Тряхнут. А потом поглядим. Я считал слонов и в нечем, и в чем. И все-таки я не уснул. И тут явился ко мне твой черт. Черт. И уселся верхом на стул. Ты считал слонов и в речь ты в чёт. И все-таки я не уснул. И тут явился к тебе твой чёт. И уселся верхом на стул. И сказал твой чёт: ну что, старина, ну как же мы поживем? Подпишем союз и айда, и вина, еще чуток подышим. И ты можешь лгать, и ты можешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить. Так это ж пойми. Потом? Аллилуйя! 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 Потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидим. И что счастье не в том, что один за всех, а то, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «Да!» и вместе со всеми «Нет!» На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной. Тот кумир, телец, святой, упоение, бесконечность. Окружая перестал людей разных, каст и стран, пляшут в круге бесконечном. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл. Сатана там правит бал! Там правит бал! Сатана там правит бал! Там правит бал! Сатана! Там правит бал! И ты будешь волков на земле плодить. Волков на земле плодить! И учить их. Вилять хвостом. Вилять хвостом. Вилять хвостом. А то, что придется потом платить,
Так это пойми. Потом. Аллилуйя. 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 Потом. А что, душа? Да. Прошлогодний снег. А глядишь, проживу так. Наш каменный век, наш атомный век, на совесть цена. На совесть цена? Итак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в золу? Так что давай, старина, бери перо и вот, вот здесь распишись. В углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и подвинул ко мне флакон. И я спросил его, что это? Кровь? Чернила! Ответил он. Аллилуйя! Аллилуйя! Чернила! Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.